Смотрим на Влада и повторяем. На шпагате не заваливайтесь на попу, Андрей. Вперед, вперед, все. Все, пониже можешь. О, другое дело. Давай, давай, ребят, повторяем. Повторяем. Акимба, что у тебя нога одна? Изначально у тебя движение идет, да, на фишку. Фишка – это просто ориентир, куда ты должен выкатиться. Посмотрел глазами, пришел на фишку. Посмотрел глазами, пришел в центр. Тренер тебя хлопает. Ты на него выкатываешься, начинаешь с ним ехать. Он сюда. Если он на ближнюю вылазит, садись в реверс сюда. Садись в реверс и отбивай. Понятно? Лови шайбу, дай игру. Если он выше начинает, то ты же с ног видишь. Есть помедленнее здесь отсюда? Ты же с ног видишь, если он начинает по широкой ехать, по широкой наверх, да ты с ним вот уже выкатывайся, с ним играть на ногах. Не надо в воротах стоять. Понял? Конечно, ты встал в ворота, вот так вот, у тебя все открыто, он тебя всовывает. Давай, поехали. Приготовились уже штанги. Уже должен быть готов. Смотри за шайбой. Не теряй ворота. За воротами. За воротами, посмотри сюда. Вот он катит, тренер катит за воротами. Ногу шире отставляешь и смотришь за шайбой. Ты должен шайбу видеть на крюке. Потом он проезжает чуть дальше, ты смотришь с этой стороны уже и одновременно перемещаешься. Понял? Не просто так, не бездумно головой мы крутим. Постоянно контроль шайбы глазами. И будь готов сразу, не поправляй форму, все в основной стойке. Уже! Постоянно приходи коньком к штанге. Видишь, к штанге не приходит. Ты должен смотреть, где располагается перо. Если перо далеко у тренера, вот, да? Если перо далеко у тренера, можешь не садиться, попробуй клюшкой здесь сыграть, да? А если близко, подсаживайся к нему. И как мы вчера делали, помнишь, если проходит передача, ты закрыл весь ближний угол, правильно, в реверсе? А если проходит передача, ты кладешь щиток свой первый, вот этот, чтобы полностью низ перекрыть, да? И на перо тренера вылетаешь и закрываешь. Понял? То есть сразу соображай, как игровая ситуация постоянно меняется, правильно? Давай попробуем. На ногах, вот. Накрыть. Нормально. Вот, хорошо, умница. Смотри, по дальней штанге выкатываемся, да, на тренера. Как в игровой ситуации? Ты не просто делаешь выкат. Сейчас поедет, смотри, ты не просто делаешь выкат. Андрей, прокатись немножко. Если он заезжает, он же, смотри, правой руки. Если он заезжает, ты постоянно двигаешься. Он заезжает, заедет в оверлап, заедет сюда. Если близко он отсюда, садись здесь уже в реверс. Ну, понятно? Прижимайся к штанге. Если шайба близко, садись, чтобы он никуда тебе... Ты садишься, понятно? Если он далеко начинает выезжать, даже если ты села, он далеко отводит шайбу, ты встаешь и на него выезжаешь, понятно? Чтобы сократить угол обстрела. Ясно? Yeah. Двигайся, не прижимайся, рано прижимаешься. Вот, вот и пускай они к штанге приходят. Не чувствую, вот именно вот это сюда. Сейчас уже привык. Оба, он куда, что, вот именно штанге. Ну, хотя понимаешь, что вставать надо, когда тренер далеко выезжает. Сказали, да. На шайбу. Понятно, Мирон? Раз, посмотрели, два, вернулись. Четкий поворот головы, всегда глаза смотрят на шайбу. Стоечки, смотрим. Опа, уже импакт.
Влад, идешь по дуге, а это долго, делаешь из-за этого три движения. Смотри сюда. Ты делаешь раз, вот, а точнее, ты делаешь раз, сначала так в центр, потом два, потом разворачиваешь голову, три. То есть ты подвинулся не по прямой, а поехал в дугу. Поехал в дугу, понимаешь? Нет. Вот и двигается тренер. Двигается тренер. Раз, два. И сел здесь. Понял? В реверс. Давай. Исправляй сразу, Влад. Нету времени. Исправляй сразу. Да. Влад, чтобы у тебя не было такого, что ты на клюшку свою садишься. Не волнуйся, спокойно, все нормально. Ручку дальше поставь сразу на перемещение. Да, да, без. Опа. Потерял. Я забиваю все голы. Потерял визуальный немножко контроль. Сел. Выталкивайся вперед. Good save. Ничего страшного. Ты что, это же тренировка. Сделал 6-8 разочков. Ничего страшного. 10-й получится, понял? Не расстраивайся. Улавливай то, что тебе говорит каждый тренер. У себя это в голове прокручивай и продолжай все делать. Продолжай работать. Все будет хорошо, понял?